Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем с тобой награды все. Так, обслуживание окончено, чувак. Ага, видимо, технические неполадки были. Они до сих пор занимаются техническими неполадками. Я думал, что они уже все, ребята, этим делом давно не занимаются. Но, как видишь, все-таки какие-то технические работы производят. Интересно. Так, ну что, давай начнем тогда, наверное, с серии испытаний. Пробежимся сейчас. Думаю, что мне мешает? Ё-моё, у меня на лбу очки. Я их не натянул на глаза. Понятно. Давай-ка мы сейчас быстренько здесь пробежимся. Накажем наших противничков. Так, кого сюда взять-то мне? Давай, наверное, давай зэка возьму. Возьмем зэка и быстренько пробежимся. Шреддер, как говорится, уничтожим в здании 6-го канала. А пока попробуем. Оу, сплюхи, нейтрализатор. Нифига ты, зэк, вот это ты даешь. Вот это ты красавчик, молодец. Могешь, как говорится. Блин, нифига, у всех двойная атака, все дела. Ну а вот и сам, друзья мои, Шреддер. Stand by, типа рекламная пауза или перерыв. Вышел такой деловой. Он когда еще топает, аж экран дергается. Типа там такая боевая машина вышла. На тебе. Давай-ка так сделаем. Пускай получит по щам. На. Фигня, кстати. Так. Похихикал. На тебе. Ну что, Усаги, порвешь его? Конечно. Конечно, друзья мои, с двойной атакой он его рубит просто как капусту. И мы, кстати, пришли с тобой на второй круг. Вот именно после этого поединка со Шреддером мы переходим на второй круг. То есть вот он, ребята, второй круг. А там уже и крэнк будет. Так, ну что, забираем здесь награды и двигаемся дальше в сторону поединков. Так, подожди-ка. О, у нас... Блин, уже обрадовался, жетоны. Уже по привычке, ребят, нам жетоны-то не нужны. Нам жетоны не нужны. И здесь нам тоже ничего не нужно. То есть, получается, чисто турнирка. Но сбросили меня до Лиги Самураев 2 звезды. Так, подожди. С этим мы разберемся чуть позже. Сейчас я хочу... У меня мутагена очень мало. Ладно. Так, а где у меня мадам Эйприл? Вот она. Значит так, кошечка Минако. Давай попробуем найти. Все, уже нашли. Сразу с первой попытки. И 8, блин, 3D очков вот этих надо. Ё-моё. Одни нашли. Так, вторые. Третий. Там 8, да, нужно? Третий. Ну, все, тупик называется, ребят. Не идет, не прет. Так, четвертый. Пятый. Шестые. Седьмые и... Подожди. Седьмые. Ну да, да, нам нужны последние. Не прет что-то, что-то не прет. Ребят, последние очки не могу найти. Ну как так-то? Вот они. Все, мы нашли. Так, нам останется потом 13 шляп с напитками и 15 фонариков китайских. Ну это, как говорится, уже будет другая история. Поднять уровень персонажа. Это мы сделаем, но после того, как пройдем турнирную арену. Поехали, друзья мои. Как будто все заново. Как будто бы все заново. Ранг у них 45-й. Это несмотря на то, что, ребята, лига самураев идет. У них уже ранг 45-й, 43-й. Ну, я думаю, дадим достойный отпор. Ребятушки, поехали. Допустим.
Так, теперь бросаем флакон с краской. Массовая атака от Донателло Ролевого. Ну, давай так сделаем. Хотя они в любом случае, ребят, погибли бы, потому что на них, на обоих висел постепенный урон. И они никак бы не смогли бы тут противостоять ему. И посмотрим, как мы быстро продвигаемся. Но 30 ступенек в общей сложности мы с собой преодолеваем. 30 ступенек, ну, в принципе, нормально, ребят. Это получается, сколько, 4 поединка за... для того, чтобы перейти на следующий ранг. Ну, если начиная с сотой ступеньки, да, и до первой, то получается как раз где-то 4 поединка. В принципе, нормально. Так-с, кого? Наверное, Хана убрать надо отсюда. Блин, он делает очищение. Твою налево. Хорошо, мы тогда сделаем дебаф. Плюс гидрант. Угу. Так, Майки, ты нам тут не нужен. Добивай его. Красавчик, Бибоп. Просто молодец. Ну что ж, друзья мои, мы двигаемся спокойненько дальше по нашей, как говорится, карьерной лесенке. И я, честно говоря, думал, что мы перейдем, но нет, нифига подобного. И ждем 14-18, вот оно, есть такое дело. Уровень наших противников пока до сих пор в районе 43-45-6. То есть еще в норме допустимого, по крайней мере для моих первоначальных бойцов. Тут, наверное, надо Эйприл щемануть сразу же. Не вышел фокус мой. Ну-ка, Кейси. Добил, молодец. Так, плюс ультразвук. Еще ультразвук, но сделаем мы, наверное, уже на сплинтера. Заблокировали способность, да? Ха, главное, он, она бомбила по нему, а он в ответку почему-то ударил. А, нет, ребята, он не в ответку, он сделал свой ход. Это он сделал свой ход. Я думал, нифига себе, как это так? Эйприл его бомбанула, а в ответку получил почему-то Донни. Но нет, он просто сделал свой ход. Все, ребята, понятно. Ну что, двигаемся дальше и смотрим, на какое место мы попадаем. Так, во-первых, Лига Самураев 3 звезды и 93-я позиция. Так, ребята, ну что, 92-й ранг. Я думаю, сейчас мы уже... скоро перейдем на следующий ранг. Давай-ка возьму, наверное, вот эту вот команду. Два одинаковых бибопчика. И опять здесь Кейси, блин. Что-то Кейси как-то, ну вообще, ребята, меня не вставляет. Вот серьезно тебе говорю. Не нравится мне он как персонаж. Какой-то бестолковый. Давай. Так, закончим. Как говорится, забраковали. Ну, добьешь, в конце-то концов. Молодец. Так, дальше, наверное... А давай ускорим просто нашу команду с помощью морозильной кошки. Уж не знаю, насколько это будет великое ускорение. Бумс. Да ёк-макарёк. Так, защиту берет. А что мы можем... Вот смотри, вот мы взяли с тобой ускорение. Хоть кто-нибудь успел сходить быстрее наших противников? Нет. Абсолютно, ребят, никто. Так, ну что, хиляться будем или не будем? Наверное, не будем пока. Так, минус Крис. А вот здесь, наверное, все-таки я подлечусь. Так, Микеланджело и А нафига он это делает? Объясни мне. Я лично не понимаю. Так, возьмем на всякий случай здесь провокацию. Ну, погнали. Ну, вот что это? Ну, что это было? Что это за такой за несчастный, ребята, удар, а? Который никакого, как говорится, урона ему не сделал. Особенно такого крупного, масштабного, смертоносного. Ты, Макман, своей суператакой не смог пробить. Отлично. На-на! Вот это сейчас было хорошо. Рокстеди здесь постарался, ребята. Выложился, так сказать, на все свои 100%. Добить не добил, но он очень нанес много урона. Морозильная кошка из-под тишка просто подбралась. Тик-тик-тик своими коготочками. И все, ребят, смогла побить.
Так, ну что опять за выкрутасы? Давай загрузку мне обычную. И 74-я позиция. 74-я. Блин, дофига нам надо будет еще тесниться. Но мы можем сделать как, ребята? Элементарно. Ускориться. Берем, например, зэка. Раз, два, три, четыре. И сейчас будем своими массовыми атаками сразу уничтожать весь отряд. Я вот интересно думаю, зэк сможет здесь справиться? Ну, более чем достаточно. А Крис, не Крис, точнее, а Бакстер, ты видел? Его бедного закоротило, он весь там под напругой был. Так, 54-я позиция. Ну, хорошо, хорошо, пускай возьмем Донни тогда здесь. Раз, два, три, четыре. Сейчас попробуем за счет Донателло уложить, ну, хотя бы большую половину отряда. Всех. Я думал, что он не сможет все-таки всех пробить, но, как видишь, я ошибался. Да он тоже какой-то непредсказуемый. Когда ты думаешь, что он всех положит, он нифига не ложит. Когда ты думаешь, что положит... Ну, короче, ты понял, да? Все наоборот. Когда ты думаешь, что все будет хорошо, он делает тебе пакость. Когда ты думаешь, что будет пакость, он делает тебе, наоборот, хорошо. Также сейчас посмотрим, как у нас здесь Рафаэль. Ну, во-первых, инициатива у него офигенная. И сможет ли он их всех, например, уничтожить с одного удара. Да, смог. Причем без каких-либо вообще проблем, друзья. Так, ну что, мы переходим на 18-ю позицию. То есть уже сейчас будет Лига Сёгунов у нас. Берем Макмана. Берем Макмана. Раз, два, три, четыре. Здесь будет достаточно, мне кажется, одного торнадо. И, естественно, все они тут отдуплятся. Давай проверим. Да, более чем. Более чем достаточно. Даже, я бы сказал, с небольшим таким запасиком. Ё-моё, да что у меня руку-то сводит? Что я весь какой-то... То болею, то руки сводит. 98-я позиция, и у нас уже Лига Сёгунов. Прекрасно. Но на этом-то мы не заканчиваем. Раз, два, три, четыре. Поехали дальше тогда. Здесь, мне кажется, будет более чем достаточно одной вертушки от Леонардо, чтобы они здесь все в одночасье отдохнули. Да. Прекрасненько. Ну что ж, продолжаем. Переходим на... А вот тут уже стали, ребята, меньше нам в разы давать бонусов. И, соответственно, продвижение у нас как-то замедлилось, к сожалению. Что не очень хорошо для меня. Я думал, что мы в Лигу Сёгунов сегодня попадем, две звезды, но по ходу дела... Хотя, еще не все потеряно, еще есть бойцы. Еще, может быть, даже и успеем. Сейчас посмотрим, как оно будет. Ну, просто по 10 ступенек, ну, это вообще не вариант, ребят. По 20, да? Все равно не вариант. Давай возьмем Рафаэля, Микеланджело. Ну, 60 уровень против 51-х. Ну, если, конечно, Майки сейчас сделает уклонение, а Рафаэль возьмет стоечку, то, в принципе, все может даже получиться. В принципе, даже не то, что может, а должно. Мы все-таки на... Сколько там? 5-6 уровней. Получается круче, выше наших противников. Причем Рафаэль берет провокацию. А главное, чтобы они сейчас не применяли своих массовых атак. И все, в принципе, будет окей. Так, ну что, давай проверим. Можно было, конечно, этого не делать. Ну да-да-да, Кирби, как всегда, ребят, он за свое. Так, бафает. Я все равно, ребят, попробую пробить. Нет, не получается. Само собой, Рафаэль раздает звездюлей в ответку. Так, пробиваем Кирби. Так, Микеланджело тут наехал на нас.
а если я вот так вот пробивным, сможешь ушатать? Да, более чем достаточно. А добить? Муха, красавица. Давай сюда теперь плюху. И остается Рафаэль. Ну давай попробуем таким вот ударом. Нет, подлый удар не сработал. Зато Донателло очень даже неплохо справился с этим делом. Отлично. Погнали дальше. Ну что, 40-я? 48-я, понял? Понял. 15-20, отлично. Здесь я, наверное, возьму лишь... Да, вот, в принципе, кожеголового более чем хватит здесь разнести их в хлам. Естественно, своим кубарем он пойдет. 55-й уровень, да, у противников? Ну что ж, давай посмотрим. Да, он все-таки, ребят, хорошо себя проявляет. Да, они, в принципе, все вот эти вот хай-уровневые персонажи. Они себя очень хорошо проявляют против полтинников 60-х. Вот 70-ки уже, конечно, будет такая, скажем, проблема у нас. А 15-20 не хотят давать. М-м-м. Хотя вот, все, все есть, ребят. Так, ну что, я беру нет, маузеров это слишком шикарно для них. Слишком шикарно. Возьмем Ваню. А хотя тут уже все. Мы уже перешли на 70-х уровневых бойцов. Они уже могут сами за себя постоять. Не надо здесь никакого прикрытия, в принципе, делать. Можно брать по порядку. Как говорится, не прыгать с ветку на ветку, да? А просто брать и собирать урожай с тех деревьев, которые уже созрели. Нифига, я высказался. Так, 12-я позиция и... и опять они за своего. Вот, все-таки дали 15-20. И давай посмотрим. Ну да, не очень много осталось бойцов. Не очень много. И вот эта вот команда... Ну, в принципе, здесь... Да, ненормальная команда. Здесь очень много массовых атак. Не считая, конечно, Сплинтера. У него нету... У него нету никаких массовых атак. А у остальных все окей. Все гуд. Все, как сказать... Под контролем. Так, давай муху уничтожать. И сделаем вот так вот. Прекрасно. Вот и все. Разбор полетов у нас прошел моментально. И, наконец-то, друзья мои, Лига Сегунов 2 звезды. 94-я у нас позиция. Так, 15-21. Хотя там должно быть, наверное, 16-21, но вряд ли я получу. Угу. Ладно, ничего страшного. Раз, два, три. 4, 5. И остается у нас... Раз, два, три. И остается у нас еще два поединка. Но это если брать в расчет, что Маузер будет выступать один. Тогда да, два поединка. А так, по идее, один. Один, но полноценный. Так, Микеланджело тоже усиливает свою команду. Ну куда ты? Ну что ты там? Иммунитет. Нифига, ребят, он бомбит. Восьмидесятнику прилетела плюха. Вот ты видел, сколько он отнял хп? Половину. То есть у Леонардо получается вот этот удар. Он хоть и не массовый, но он очень много наносит урона. На самом деле, очень много. Так, 78 место и... И ничего, да? 15. 16-21 я не получу. На, не хотят. Нет, не хотят они мне, короче, давать. Раз, два, три. 4, 5. Ну и Маузер, я думаю, все-таки, ребята, один справится. Со всеми. Ну, по-любому. Просто, ребят, ну, другого варианта и быть не может. Если уж Усаги рвет здесь противников наших, то... А Маузер, как я все-таки считаю, что он будет посильнее, чем Усаги. Кто-то меня попросил прокачать его до 7-й ступени. А мы можем прокачать его до 7-й ступени? Ну, я имею в виду удар у Маузера. Давай-ка глянем, где они у нас...
Так, подожди, что-то я... Так, вот они, кролики. Ребята, до 7-й ступени я прокачал им супер атаку. То есть получается, что... Что теперь хана всем, да? Ну, мы сейчас проверим. 58-й уровень против наших маузеров выходит, против этих кроликов. Заряжаем супер атаку. Да, тут бесспорно, ребят, победа за нашими кроликами. И шансов выжить у них практически не было. 63-я, переходим на 62-ю, всего лишь одну ступеньку. Ну, одна ступенька тоже, как говорится, ступенька, да? А, мы еще получаем, ребят, 10 тысяч сюрикенов. Ну, сюрикены, как ты понимаешь, нам не нужны. А кому-то нужны. Так, я, наверное, мутаген здесь потратил, да? Ай-яй-яй, у меня, наверное, не хватит на прокачку даже слабенького персонажа. Нет, хватает. Это хорошо, ребят. Биба получает 57-й уровень. Забираем все ежедневки последние, которые у нас были. Так, сыра, точнее пиццы не так много, но тем не менее можно что-нибудь да подыскать. Так, где у меня Кунаичи? Куда она там спряталась? Ну давай начнем продолжать искать шляпы с напитками. Да, это все. Все, на что мне хватило, друзья. Ну что же, на этом сегодня я буду заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.